мудрость вселенскую поведайте. Посмотрел вчера с мамой этот «Ангелы и демоны» фильм. И как? Так бомбит. Так бомбит, там все тупо убрали. Все, да. Главную суть все убрали нахрен. Хотя у него такой рейтинг. Я не рассказал больше. Не, типа, может, если его не читая книжку смотреть, оно может и понравится, экшен как бы есть, но... Когда почитал, ну его нахрен. Ты же носил слово, когда, ну, через минут 10, когда мы начали смотреть «Ангелы и демоны», вот, поэтому мне так и не удалось его посмотреть. Ну, короче, все, что мне не понравилось. Во-первых, спасли четвертого кардинала. Ага. Первое. Нормально. Вот это поворот. Во-вторых, ни одной драки Лэнда с ассасином не было. Вообще ни одну не показали. Она по книге такая классная получилась. С вертолетом, в вертолете Лэндон наверх не полетел. Полетел только Камерарий. Потом все видели, что он на парашюте. Потом мне рассказали, что тот его батя. Что папа римский его батя. И мне сказали. Еще один гуляй! Обалдеть. И не было вообще по факту Церна, потому что не было этого главы Церна, который приехал туда к Камерарию, типа, что-то там решать, а сразу же был этот, там был еще какой-то, типа, главнокомандующий этой швейцарской гвардии, там их два было, типа, Оливетти и еще какой-то чувак, которого я первый раз видел. И, типа, и один этот, один из этих зашел к Камерарию, когда он себе климу делал. Бред, короче, ну вообще. И избрали папой вообще какого-то левого чувака, а не того, который был вот этот Мартати, кардинал, который был главой голосования. По книжке его избрали папой, а там вообще какого-то левого избрали. Это ж Мартати потом Камерарию рассказывает, да, что типа да. Папа римский его отец? Да, Мартати рассказывает. Еще ж типа этот... подарили в конце Лэнгдону не клеймо, а ту рукопись, которую он в архивах типа листал, потому что ему типа нужна она для работы. Угу. Поближе, можешь сюда чуть-чуть? Я. Хорошо. Как это там внизу было? Вообще вот так удобно, комфортно. Ты сможешь его сюда еще ближе поставить, он же вообще не на краю стоит, штатив. Тебе же так удобнее будет. Подвинь чутка. Ножки можно уже не делать так. Что? Говорю, что уже ножки делать не обязательно, чтобы было тебе комфортнее стоять ближе к барьеру. Да, конечно, ножки. Максимально ширина. Я ширину максимальную не ставлю на лесах. Ширина. Вот. Ну да, хорошо. Ну добро пожаловать в Код да Винчи, чувак. Наслаждайся. Ты же не читал еще Код да Винчи, да? Нет, но я буду другую книжку еще читать. Я перерывы делаю, потому что мне немного надо от стиля этого отдыхать. Это со цифровой крепости, конечно. Цифровая крепость была лучше всего. Я так считаю, потому что ее все время нельзя оторваться от книжки. От «Ангелы и демоны» она начинается, вот самое интересное, но только в конце уже. В середине книжки типа там такое. Первого кардинала гасит, то сразу типа интересно. Кого мочком на следующий? Такое, что не очень. Ну, вроде ж типа фильм с Хэнксом, там типа крутой должен. Да, должен быть как бы. Ну, чувак, если не порезали сюжет, он просто как бы по книге. Не, ну надо же сокращать как-то, потому что в фильме все это реально чувак, нельзя, знаешь, показать. Брать мораль того, что типа папа римский сделал искусственное оплодотворение, типа подруги, чтобы грешным не стать, это сильно. Да. Да, но этого вообще не было. Вот именно. А в этом уже вся соль. Обмаз он сделал, типа, ну не при людях этот Камерарий. Он пошел, типа, в храме, в какую-то... Спустился такой какой-то
хрень, не знаю, какую-то типа часовню маленькую, подвальчик небольшой. И там типа себе вот этот обмаз сделал и поджег себя. И не зажигалкой, которая у него там была в кармане, как в книжке написано, а каким-то факелом из церкви. Слушай, а зачем он себя туда обмазал, если уже солить-то уже, ну... А, он там типа понял, что он не прав. Он там типа его изобразили как этого, как реального типа козла. То есть он как бы зашел в эту Сикстинскую капеллу, и уже понял, что они все знают, потом начал уходить, ушел, типа, спустился в эту хрень и поджегся, и все. То есть он там не пытался доказать, что он прав. А там сразу. Ну да, конечно, интересно не подобавили в книге к фильму. Какое что-то. Еще интересно. Это, да, Код да Винчи. Код да Винчи не такой новый. Код да Винчи старый фильм, старее. Ангелы и демоны 2009 года фильм. Такой новый, 8 лет прошло. Очень новизной запахло. Так же, они что, один Инферно отсняли уже, да? Инферно, да. Да, уже есть с кем-то. Конечно, давно уже. Ну, не знаю, с Хэнсом или нет. Не, ну сейчас. С Хэнксом, походу, да. Лэнгдон вообще по Хэнкс, точнее Хэнкс, вообще, ну таким не подходит под образ. Нормально, подходит. Не вообще ничего не подходит. Я считаю, что подходит. Хорошо он сыграл. Несмотря на... Если играть, то ладно. Я имею в виду, что образ. Образ нормально подходит. Ну такое что-то. Лэнгдон худой и высочущий мужик. Ну, а Хэнкс, посмотри, какой он был в 2009 году, и убедишься, что он был как раз таки, как и в книжке. Я когда читал вообще, типа, «Ангелы и демоны», я просто сразу же себе Хэнкса представлял, потому что я знал, что он его играет. И по ну, типа, фигура у него такая же самая в фильме. Точно, то есть, типа, вообще. Встречал специально. Не знаю, может, он просто был такой. Может, он просто... В то время. Фотошоп. Adobe Photoshop. Рекламка в АФЛ. Просто вот только что рекламу здесь создавали, многие вещи. Так это, сникерс будешь? Буду. Первая реклама. Ви, да, еще. Это самое, что я не слушаю вирусные рекламы. Ладно, иди. Раньше красная, черная будет, а белая хочет. Белая хочет, от вас, конечно. По позициям, левый сразу взяли. Кстати, новая обнова, чувак. Кинь дальше. Кобальди. Что Кобальди? Кобальди. И что? Это просто обнова. Давай эту игру Кобальди. Отдай еще! Даже было побольше, чем у капитана Стоксити. Господи, не говорю, о чем мы с тобой говорим. Это не является смешным. Что? А он что, туда? Нет. Так это что? Ну, как минимум, за не очень, скажем так, спокойную реакцию. Это же все от человека зависит. Все. Один, ближе. Маша! Я! Пошел! Разверни! Ну, у тебя не было бы интереснее, матч будет ничего. Ну, только Ласса уже 2-0 выигрывает. Да? А как это второй команда называется? Фиорентина.
фиалки именно так. Знаешь, вот с вашим фиалком еще шарить еще. Относительно. А Сергентина вообще в оригинале как на норм? Такой середнячок. Не сказал бы, что они топ. То есть вообще не могут играть. Ну, Динамо в Лиге Европы когда-то обыгрывали. Я ходил на матч пару лет назад. Что? Ходил на матч, они с Фиорентиной в Лиге Европы играли. Фиорентина по одному сыграли они тогда, а потом Фиорентина все равно прошла. Потом на вылет уже игра была. Два матча. Здесь 1-1, а там проиграли 1-0, по-моему, или что такое. Сейчас вообще, в принципе, все итальянские команды в настоящее время, все кроме Ювентуса, все говно, по факту. Поэтому типа, я не могу сказать, что да. Я не знаю, у меня только одно место. У меня просто шины зимние лежат на заднем сиденье. Поэтому, не, ну я еще на пары сегодня иду. Типа, мне надо на 13:30. А, ты типа домой заезжать не будешь? Буду. А ты уже своим ходом, да, будешь на пары? Да. То есть ты ограничен по времени, я понял. Ну, сегодня, да, сейчас днем, да. Потом еще еду шины одевать зимние. Потом, если хочешь, можешь теннисную потягивать. Правда. Ну, Андрей сказал, что после 7 точно. Не сказал точно, да. Если ты еще кроссовки не зарядил, стиль. Зарядил, но они сохнут уже. Они еще вчера были постоянно. А у тебя сушилок нету, да, вы? Такие, типа, электрические штучки, которые заряжаются обувь, типа. А, не, это эти следы, ну, они, типа, в виде следов, да, я понял. Ну, они не в виде следов, они у меня такие, типа, как, такой, знаешь, как провод такой длинный, он так, как дугой идет, засовываешь его в обувь. Ну, таких две штуки. Нет, у меня вот из сушилок, наверное, только эти. Которые к воде подключены, горячие. Еще техно там, дожми. Ну и батарейку. Да. Хорошо, техно. Два. Ну растяните этот самый дроп. Давай. Пацаны, давай. Справа, Никита. Есть. А, есть! Хорошо, Вова! Жду! Ребята, техно такой уже! Есть! Есть! Техно, подстрахуй! Вот еще! Справа! Справа! Стрелять! Плывок справа, блядь! Ребята, подходите! Здорово, здорово, здорово.
Заряжай его! Мяч вышел под этим, под лесами, выбили, чуть ли, знаешь, не это, не возле угла, а вот выкинули. Теперь они Хардстоун Кобальда добавят. Это как отдельный класс карт? Я не знаю, да. Ну, люди, которые не трогают свечу. Понял? Ну. Я просто не знаю, сколько они этот карт добавить и вообще, как это будет вообще после целка. Олег, тише! После лича добавлять кобальдов, ну это как-то уже совсем. Ну так этот же ж боги древние выйдут сейчас. Древние боги? Ну да. Аж как-то непривычно, да? С таких. Они сейчас уйдут, типа. У них богов началось все бедствие в Хардстоуне. Со сменой карты и прочее. Это не сами выходят. Эти же карты можно будет потом распылять за свою стоимость? Ну, нет, Ктун у меня уже нет, у меня же Рагнарос светлый. А это... Подожди, Ктуна нет. А Ктуна... А, нет, Ктуна нельзя будет распылить, я уверен в этом. Его просто уберут, походу. Нет. Это карта, которая не распыляется, ты чё? Только он выйдет из меты, его можно будет распылить? Не, его нельзя будет распылить, я уверен в этом. Ты чё, это как стандартная, это как базовый набор карт. Его так нельзя распылить за 400, ты хочешь его распылять потом. Захочешь вольно, он будет тебе доступен, но так типа все. Я уверен, что нельзя будет распылять. Меня больше волнует светлый Рагнарос, которого мне надо будет распылить и все. Не из моего надо будет пыльнуть. Як сорвано. Ну нет, ёбушки. Воробушки. Я уже давно не уже. Йогушки-воробушки. Йогушки. Я его, конечно, очень любил, но... До того, как его нёрфнули. Да, я его ещё до того распылил. Ещё до нёрфа. Конечно, а после нёрфа это тем более. Сейчас. Потом на Майсе.
Чем меньше рандома, тем меньше рандома. Сегодня еще по тарифу повышены. Ну еще. Ты не звонил? Звонил. Ну, сказали мне, что типа еще через 2 недели пока будет. Типа, короче, сказал, если что, наберу. В общем, так вот. Я ничего не спрашивал, я просто спросил, ваше предложение еще в силе? Он сказал, типа, он типа долго говорить не мог. Сказал, типа, ну, наберу потом, типа, если будет возможность. Потом. Возможность будет и потребность будет. Он на работе был, я его типа отвлек. Он сказал, что может уделить пару минут. Вчера опять звонили по поводу этой маски, понимаешь? Когда я уже был на работе, по факту. А ты ее продал? Нет. Как, что не продал? Ты же должен был в 6 встретиться. А какого она размера? Я говорю, 5-8 европейский, не знаю, какой-то там размер, в общем. Не важно. Не устроил, короче, размер? Да. Встретился ой, с ней? Ой, нет, нет, она по телефону. Ой, я тогда, наверное, не буду покупать эту кого, да? До свидания. Антон, до свидания. Потом звоним, ну, уже снимаем все дела, сейчас, наверное, 9. Снимаем, звонит. Здравствуйте. Знаешь, такая женщина, она пожилая. А это по поводу маски, трубки и там ласки. А какой там размер? Я говорю, вот видишь, вот ты, люди идиоты, ты пишешь вся информация на фото. Там все написано. Черным по белому. Я специально сфотографировал русское описание, не китайское, не корейское. Русское описание. На русском языке. Но все равно нефиг, ну типа не надо так говорить, потому что люди разные. В плане? Люди разные. Если ты им будешь хамить, когда они тебя будут спрашивать. Я не хамил ни в коем случае. А одно другого не касается. Я говорю просто о том, что они идиоты и не умеют читать. Точнее, они не умеют правильно искать информацию. Это разные вещи. А все написано, что вся информация, да? А там написана данная информация. Короче, чтобы ты понял, она мне 2 раза переспросила, так а какой это размер обуви? Я ей 2 раза повторил, что я не знаю. Такая, ну я сейчас почитаю что-нибудь. Так, так. Давай, подруга, посчитай. Меня это устраивает. Ну если бы ты знал, например, ответы на все ее вопросы, тогда бы больше была вероятность, что она купит. Поэтому типа выводы делай. Это по-твоему заниматься, типа там, когда вам надо продавать, потому что вы покупаете это и вам надо переборудить, потому что деньги будут стоять. Так, конечно, ты все знаешь. А так для меня, мне все равно, это так. Ну все равно, значит, не надо выставлять, значит, тебе не надо продавать. Ваня, слышишь, не надо выставлять. Ну так а зачем, ты же этот... Ваня не надо выставлять. Ну, если... надо знать все, я считаю, неважно, ну, что ты продаешь. Знай все, это ты считаешь. Люди бывают разные. Ну, значит, ты рассчитываешь только на тех людей, которых меньше, которые так же самое не знают, как и ты. Вот и все. Ну, либо наоборот. А, точнее, которые наоборот знают, да, а которых меньше, вот. Я имею в виду, да. Я же говорю, мне это не принципиально важно. Кто-то захочет купить. Что, все уже? Первый этап?